Хей-йоу, гайз, с вами Шемики, и мы продолжаем проходить игру под названием Cuphead. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли первый мир. И мы перешли с вами как центр развлечения, можно сказать даже. Так, и у нас здесь с вами три вот задания, три постика. Давайте пойдем, наверное, в пряничный домик, и нам еще нужно будет помочь найти ихнего друга. А ну-ка, может, тут монетки где-то лежат? А, некуда. На регулярити. Там было, по-моему, шугас, типа сладко ли какая-то. А, ладно, нормально. Я просто о бафах подумал. Сладкая королева. Это у нас получается вафля с маслом. Ага, и у нас еще такой снаряд. А, прикольно. Да, нужно домовую бомбу убрать, наверное. Хотя... самонаводку можно взять. Давайте я лучше самонаводку пойду возьму. Может, все-таки дымовую бомбу взять? Не, думаю, так сойдет, в принципе. Вот против вафли, наверное, буду брать самонаводку. Вот против этой конфеты, конечно, лучше взять будет, наверное, дымовуху. Или нет? Ладно, давайте так попробуем. Потом, если вдруг что. Хотя, ладно. Чтобы потом в следующий раз не заходить. Регулярити. Конфетная королева. Так. Ее кнопки, кнопки. Плохо. А тебя типа нанести урон я не могу, да? Вафля. Давай, давай, вафля. И как это задоджить? Так, пока что на новом хп живем. Ай, ладно. Блин, вот эти, конечно, жевательные конфеты мне бесят, которые снизу влазят. Готов. Следующий. Так, вот так, вот так, вот так, хорошо.
зараза. Главное придумать сейчас тактику. Так, ну этот ладно. Этот такой. Легенький. Главное не спешить. Так, следующий. Опа. Ой-ой-ой. Хотел сказать ничемный какой-то. Да, ничемный. Он быстро раздыхаемый. Ладно, не рискую. Да. В принципе, ладно. Самонаводку вырубить, наверное. Ладно, еще раз попробую. В принципе, вафлю можно и так будет уничтожить. Так. Наносим максимальный урон. О, готов. Без урончика. Давай, жевательную этот. А, не. Тости. Страшно. Так, давай. Да ё-моё. Вот попрыгун. Ладно. Нужно менять стратегию. Ладно, возьму, наверное, дополнительную ХП себе. И возьму, наверное, дробоши-пули. Попробуем так. Ладно, пока что у нас полная ХП, можно считать. Ладно, мы продвинулись хотя бы более-менее вперед. Так. Оп.
Опа. А кончик головы его не задевает меня. Кто там? Да ебать! Я два сердечка просто на нем потратил, что за дебилизм. Давай, 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 все изи, изи, изи. Так, сразу на нее использую. Так, 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 давай, 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 давай. Еще есть шансы даже. Тихо. Тихо. Ты че так? Опа. Нокаут. Есть, есть, изи, изи. Оказывается, на эти еще леденцы можно прыгать. Ничего себе. Да-да-да. Б с минусом. Ну хоть как-то. Так. У нас открылся проход и один раннер. Мы получили душу. Ты не мог бы помочь мне найти короткий путь, а и вот хомипак, юдик ласт. У нас до следующей, короче, у них будет гонка на следующей неделе, она должна выиграть, и мы должны ей помочь, как это сделать. Опа. At last, я последний. Нет, ты единственный человек, которого, или ты типа единственный живой, которого я видел. Я last, последний, my Hillary. Короче, я тебе там монетку, все такое, это последний день. Или что такое, я не пойму, у меня нету денег. Так, мы с этим помогли. О, они теперь счастливы. Ох, мальчик, мы даже не знаем, как тебя благодарить. Вот возьми. Так, нам нечем тебе дать. Винот, ты не должен благодарить. Что такое? Ты готов, мальчик? Ключ, флет, песенка, давайте послушаем. Все. Так, у нас с вами есть один раннер. Птица. Давайте поищем, может, где-то монетки найдем. Опа. Может, монетку здесь найдем где-то? Лампочка какая-то. И ничего. А, башня какая-то. Так, клоун. Трайфеллоус, короче, что такое? Типа я вижу, ты можешь веселье, что-то там. Так, куб. Еще один плюс один раннер. Так, давайте. А, точно нужно подойти еще будет потом к девочке той и сказать ей то, что мы типа нашли короткий путь для ее этих гонок. Или перегонков, что они, во что они там собирались играть.
Сейчас сыграем с вами в Runner. You're up. Ага. Так, а как это доджить? Как это доджить? Ё-моё, что за дебилизм? А, только в глаз, да? Да, здесь нам точно нужна будет одна сейчас вещь. Нам нужно с вами будет сейчас взять это дымовуху. Потому что здесь без вариантов. Меня утка просто сбивает. А как доджить ее, если сверху еще плюс машина? Никак. И давайте возьмем все-таки саму наводочку, потому что если уничтожить стену, то наводочкой. Ран. Так, наводочка. Минус. Ага, я тебя понял. Ретрай. Но зато мы уже пробежали половину. И это хорошо. Ту-ту-ту-ту. Опа. Готово. Так, а мы можем эти уничтожать? Ракеты. Я вот не проверил. Да, можем, можем. Тогда это легко проходится. Давай. Ё-моё. Ну почти, почти. А чё я туплю? У меня ж ульта есть. Ну не ульта вообще, способность, я мог её заюзать, да и всё. Опа. Так. Так, так. Готово. Нет, лучше такой использовать. Лучше не рисковать.
Давай, 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 давай. Ого. Повезло, повезло. Давай, давай. Пока фул хпшный. Не надоришь, не надоришь. Готово. Вот так, вот так, вот так, сюда. Почти упал. Оп. Не-не-не, твои игрушки эти не пройдут. Так. Готово. Да, ты чё? Браво. Это легко было. Фу, и то мы одолели с вами эту королеву. Мы одолели с вами королеву и прошли раннер. Так, я думаю, в принципе, на этом можно закончить. Поэтому около этого дерева стану. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.